Летом на клумбах можно встретить красивый цветок под названием лилия. Этот цветок ароматен, душист, стебель зеленый и узенький лист. 6 лепестков бутон распускает. Он как колокольчик, но не звенит и имя свое не говорит. Это лилия. Существует много сортов этого цветка. И если цветочек растет в дружной семье, то семейку называют лилейник. Найдите на клумбах лилии или лилейники и поиграйте в игру хвостунишки. Мой лилейник большой, а мой еще больше. Мой красивый, а мой еще краше. Мой цветок высокий, а мой еще выше. Мой лилейник ароматный, а мой ароматнее. Таким образом, учите малыша образовывать превосходную степень прилагательных. Полюбуйтесь и другими цветами на клумбах вашего сада или в вашем городе.